Я считаю, что нужно 13 января выходить на митинг, который покажет, что мы не позволим мерзавцам в этой стране делать то, что они хотят. Мы должны заявить, у меня есть своя гипотеза, когда человек вырывается, выходит из утробы матери, он издает крик. И очень часто говорят о том, что это за крик. Так вот, я думаю, человек вырывается и кричит: «Я человек, у меня есть права. У меня есть право говорить, у меня есть право думать, у меня есть право мыслить». Поэтому я призываю всех выйти на митинг всех людей, которые считают, что это закон подлецов, закон античеловеческий, закон людоедский. Я призываю всех выйти 13 января и показать, что мы люди, и что нас не заставят считать, что дважды два — пять, что белое есть черное, что добро есть зло, а что зло есть добро. 13 января в 13 часов. Марш в защиту детей. За роспуск Госдумы.